Дорабалар доктор үтө көнүнөн. Здравствуйте, друзья. Добрый день. Биги долган тылларын өрөттөн ийебит. Мы продолжаем наши занятия на долганском языке. Меня зовут Галина Николаевна. Билсигиннери бутылы. Меня зовут Галина Николаевна. Я буду вести наши уроки. Бүгүнгү урок путата долганнар дейлери. Тема нашего урока – жилище долган. Хыргаде долганнар кыгын оларар дейлери. Балок – это зимнее кочевое жилище долган. Хыргаде оңғылыбыт хиннигес кыгыллыбыт мастарынан киллек. Это домик с полозьями, с каркасом из тонких реек. Хыргаде үчугай көгерге, айынырга, балок удобен тем, что можно легко передвигаться по тундре. Аны өреттекпит, ханга-хангалары долган делерин тустарына. Будем учить слова о зимнем жилище долган. Игилле, слушайте. Эйдэ, запомните. Хыргаде, хыргаде, балок, киль, киль, полозья, тюннюк, тюннюктер, тюннюк, тюннюктер, окно, окна, ан, ан, дверь, охок, охок, печка, колорук, колорук, полка, колоруктар, колоруктар, полки, масорун, лежанка, масорун, лежанка, тангара, икона, тангара, тангаралар, тангаралар, иконы, моста, моста, пол, ихит, ихит, посуда, ихиттер, ихит. Много посуду, коты, коты, гвоздь, эбенне, эбенне, вещи, хунур, хунур, лампа, дён, дён, народ, люди, бюльер, бюльеллер, бюльер, бюльеллер, что-то покрывают. Оттор, оттолор, топит, топит. Нипте, нипте, место для рубки и укладки дров во дворе. Тельге, постели, тельгиллер, тельгиллер, стелет. Теллек, теллек, постель. Дёгус, дёгус, лёгкий. Хунуру туталлар, хунуру туталлар, тушат лампу. Хунуру тут, потуши лампу. Убат, убат, зажги. Убатта, убатта, зажгла. Аны бухангалартан тагарыяк пыттыллары. Сейчас будем составлять предложение. Эбем истенери хунуру убатта. Эбем истенери хунуру убатта. Бабушка зажгла лампу, стало светло. Тетем хырга кили нонгордо. Тетем хырга кили нонгордо. Папа сделал полозья саней. Ине моттор огогун. Ине моттор огогун. Мама топит печку. Колорукка тураллар таңаралар. Колорукка тураллар таңаралар. На полке стоят иконы. Урок пут бүтте, нячаскан доготтор. Урок закончился. До свидания, друзья.